И мы представляем вам протонокрепический гибрид голландской компании Syngenta E. coli. Это компактное растение с короткими междоузлиями, имеет букетный тип цветения, по 4-5 плодов в одном узле. Формирует малое количество дополнительных побегов, а также прекрасно восстанавливается после стресса. Плод генетически без горечи, цилиндрической формы, белошипый, среднебугорчатый, ярко-зеленого цвета. Это растение посев данного огурца был 14 апреля, высадка в грунт 12 мая. На данный момент, сегодня 13 июня, было уже 3 выборки огурца.